6 очков, роняет Шарова и извиняется, получает ответную пятюню. Поехали дальше. Финал чемпионата России по баскетболу 3 на 3. В эти дни он проходит в Перми. На площадке по 13 номерам играет Григорий Тучков, атакующий защитник Пармы и воспитанник клуба «Кали Баскет». Именно в Березниках Григорий начинал свой путь в большой спорт. Занимался немного карате, футболом, шахматами. Но пришел в баскетбол в 7 лет, в первом классе. Я был на играх школьной баскетбольной лиги «КС Баскет». Я просто пришел посмотреть на нашу школу. Мне понравилось, и меня отдали. Привели в секцию на первую тренировку. Первый тренер – Пресняков Михаил Александрович. На этих кадрах Грише 12 лет. Тогда команда «Кали Баскет» вернулась с победой с первенства края, обыграв в финале своего главного соперника – «Уралгрейд». По результатам турнира Григорий был признан лучшим игроком Пермского края и делился с нами секретом своего успеха. Измучительные тренировки. На 100% в каждой игре выкладывался. Забивал, отдавал хорошие передачи. Все получалось в каждой игре. Ну, были игры, не задавалось что-то. Конечно, есть над чем работать. Я, когда играл, не считал очки, потому что я играю на команду, а не на статистику, поэтому я могу еще лучше играть. И это юный баскетболист доказывал от турнира к турниру. 2019 год. Григорий Тучков, участник «Дюбл», лучший игрок ПФО и кандидат в сборную России по баскетболу. Перспективный спортсмен и не менее перспективный музыкант. Он умело совмещал школу, тренировки и занятия музыкой. Мне всегда нравилась музыка, нравилось ей заниматься. И она хорошо развивает память. Также в музыке всегда дисциплина. И это все переходит плавно в баскетбол. Тоже мне всегда помогает. Спустя год, в 2020-м, Гриша покидает стены родного «Кали Баскета» и начинает свой путь в большой спорт. Благодаря «Кали Баскету» я оказался здесь, в Парме. Я отыграл 2002 год «Дюбл». Это на год старше меня. Там уже поступило предложение, что вот перейти. Дюбл, молодежка. Тогда уже было соглашение между Пармой и «Кали Баскетом». Это шаг вперед, шаг наверх, больше прогрессировать, тут сильнее, больше конкуренция, сильнее игроки. Сейчас Григорий Тучков – атакующий защитник пермского баскетбольного клуба «Парма». Забивает мячи на самых статусных турнирах страны. Но, как и 8 лет назад, березниковский спортсмен играет под номером 13. В «Кали Баскете» играл под 13-м. Решил здесь. Некоторые говорят, несчастливое число. Для меня вполне счастливое. На днях Григорий получил приглашение играть в сборной России по баскетболу 3 на 3 юниоры до 24 и до 22 лет. 19 июля он приступит к тренировкам. Для клуба «Кали Баскет» это значимое событие. Его тренеры и весь клуб гордятся своим воспитанником. Что касается именно Григория Тучкова, мы хотим, чтобы он на этом даже не остановился. Мы хотим, чтобы он двигался. А мы уже больше со стороны, на каких-то, может быть, на мобильных или при личной встрече, подсказках, мы бы, конечно же, все еще бы ему кое-что, мы бы ему помогали, потому что Гриша наш. За 10 лет работы проекта «Кали Баскет» игроки из Березняков и Соликамска были приглашены и сегодня играют в молодежных командах ведущих клубов страны, таких как ЦСКА, «Зенит», «Уралмаш», МБА, «Парма». Наши баскетболисты неоднократно попадали как в основной, так и в расширенные составы молодежных сборных России. И Григорий Тучков – это очередной пример того, что для ребят из маленьких провинциальных городов нет ничего невозможного. Анастасия Саблина, Никита Игнатьев, Кирилл Яранцев. Наши новости.